Здравствуйте. Может быть, вы сталкивались с такой вещью, как, допустим, промерзание откосов, то есть, когда он у вас потеет, собирается конденсат, влага и тому подобное. Как от этого избавиться? Как видите, у нас есть откос. То есть кирпичный, разбитый. Есть пенополистирол. То есть вот такой. Вот я его наклеил здесь. Сейчас я вам покажу, как это сделать еще раз. Берем обычную монтажную пену, но не в баллоне, с пистолета. В баллоне, если возьмете, ее раздавит. И клеим его сюда. Все, запениваем остатки. После того, теперь как он у нас высохнет, мы сюда наклеим сетку на волнослой или же на любую штукатурку, отшпаклюем, покрасим. И вот таким вот образом мы избавимся от запотевания откосов зимой. Спасибо, до свидания. Ну вот, вот так вот выглядят наши откосы в готовом виде. Я их обрезал, пену. Теперь у нас откосы будут теплыми.